Чудеса во Вселенной, происходящие каждую секунду жизни. Давайте познакомимся поближе с Солнечной системой. Однако напомним, что картины, с которыми мы повстречаемся, могут быть не самыми приятными, потому что на некоторых планетах температура достигает плюс 475 градусов, а на других царит кромешная тьма. Некоторые вообще лишены атмосферы и воды. А на других планетах и вовсе властвует непостижимый разумом холод, который делает жизнь абсолютно невозможной, или же бушуют беспрерывные ураганы и извержение кипящей лавы, что также не дает шансов для жизни. В нашей Солнечной системе ни одна из 9 известных планет, кроме Земли, и 53 планет-спутников неприемлема для жизни человека. Каждая из этих космических тел – безжизненное скопление материи, погруженное в безмолвие за исключением одной. Земля. Укрытая ярко-голубыми облаками, светлая планета в абсолютном мраке космоса, солнечная, теплая, полная зелени, не имеющая подобия во всей Вселенной, планета, которая была сотворена с идеальными для жизни физическими величинами и системами только ради лишь одной цели – поддержания жизни человека на Земле. Атмосфера на других планетах ярко показывает нам, что произойдет с нашей планетой, если Земля лишится хотя бы одной из тысяч безупречно работающих систем и законов мироздания. Все на нашей планете, начиная от атмосферы до строения поверхности Земли, химического состава Земли и расстояния до Солнца, сотворено с высшей мудростью ради самого комфортного существования человека. Для поддержания жизни на планете каждый миг во Вселенной происходят невидимые и неизвестные нам тысячи удивительно сложных процессов, которые гармонично взаимосвязаны и подчинены одной цели – обеспечению нашей жизни. Совершенство строения Вселенной и ее абсолютное подчинение благу человека – величайшая милость Создателя к нам, людям. Всевышний многократно напоминает нам в Коране, что и земля, и вся живность на ней сотворены для блага человека и обеспечения его гармоничной жизни. Он, Господь, сделал землю вам ложем и распростер на ней для вас дороги, и низвел воду с небес, и так взрастил ею разные растения в парах. Вкушайте сами и пасите свой скот. Воистину, в этом знамение для обладающих разумом. Мы установили на земле твердыни гор, чтобы она не колебалась с ними. Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли иной Бог, кроме Аллаха?
Нет, но большинство их не ведает того.